Меня зовут Саганбай Асанджак. Это мои друзья Султан и Мирас. И мы каперы. I am the one, the one, your son, don't need a gun to get respect up on the street. Вообще, конечно, многие вот говорят, думают, что ставки это легкая вещь, типа поставил на шар, или победил, или проиграл. От этого зависит, думают, от случая, от везения. На самом деле все не так. Ставки это такая вещь, там надо с головой своей надо думать. То есть анализировать матчи, смотреть на статистику последних матчей, определять форму игроков, это не легкое дело. Мне кажется, почему я успешен вот в этом бизнесе? Потому что я каждую свою последнюю ставку, вот, как последнюю игру, вот Месси свой каждый матч играет, как последний финал, последний матч в его карьере, так и я ставлю. Каждая ставка это, можно сказать, даже искусство. Вот поэтому в этом и заключается мой успех. Эй, Ежик, снимаем уже? А, уже снимаем, да? Да. На тот бух поставь. Меня зовут Ержан Султан, и я успешный капер. Чё, ага, поехали? Поехали! Любимое дело. А успех – это когда твое любимое дело приносит доход. Не так ли? Здравствуйте, Мирас. Можете рассказать вашу историю успеха? Ой, все началось еще в далеком 9 классе. Тогда один раз пришел мне мой друг и говорит: «Мирас, прикинь, я 60 тысяч поднял». Я такой: «Да ну нафиг». И тогда я загорелся желанием. Появилась мотивация. Появилось желание стать успешным. И тогда я начинал со 100 тенге. Я поставил на Манчестер Юнайтед Вест Хэм. Это моя была первая ставочка. Кайф был 1.2. Ну, это был выигрыш, я выиграл 120 тенге. С этого все и началось. Дальше больше. Конечно, были тяжелые времена. О, новая туфля. Боря! Боря! Полезайте с моей свалки! Ливерпуль должен был забивать. Когда я проигрывал там по крупным суммам. Но ничего страшного. Это все прошло. Главное, сейчас я хочу поблагодарить Леориуса Кариуса, Гаррета Бейла, спасибо Реалу, в общем, спасибо Зидану за эти миллионы, которые сейчас я имею, за дом в Париже, за виллу. Я благодарен судьбе за это. Кстати, пацаны, там Сон Хин Мин не сыграет, у него перебор желтых карточек. Там, скорее всего, Лоренто будет. Да нет, пофиг, что он не сыграет. Тоттенхэм там нормально, они у себя дома будут играть, по-любому должны сделать Аякс. Да, Аякс еще молодая, неопытная команда. Тоттенхэм на опыте должен взять. Все, короче, ставим на Тоттенхэм победу. ЖБ пройдет. Да, Аяксу везло до этой стадии, они на шару эти выиграли, Реал Сувенс. Перебегали их просто. Ну, повезло, и все. Если вы уверены, после этого. А да, там КФ на тот же видео. Да, я с вами. Все, ставим. Все, ставим, да. Да. Пацаны, вставайте. Тоттенхэм проиграл. Тоттенхэм проиграл, как пацаны. Yes, sir.
КФ-20 залетел. Да ну нафиг. I am the one, the way your time don't need a